відкриває виставку українських сучасних художників, такою праздничною, такою літньою, такою насиченою. И я хочу представить всех авторов, которые приняли участие в этой выставке. Их 12 человек. Я буду каждого представлять из них и приглашать сюда, а вы, пожалуйста, каждого приветствуйте, потому что всем им нужна поддержка. Среди этих 12 художников есть авторы, которых уже хорошо знают ценители искусства, а есть те, которые выставляются впервые, и которым, конечно же, нужна обязательно внимание, нужна поддержка аудитории. Итак, первое, я хочу представить художницу, потомственную художницу, чье имя очень хорошо известно ценителям искусства не только в Киеве, не только в Украине, но и за ее пределами. Это Марина Левчук-Минская. Пожалуйста, Марина. На торцевой части нашей галереи. И следующий автор. Ольга Коваленко и ее позитивная живопись. Вот на этой стене рядом с Мариной. Ольга, пожалуйста. Очаровательная художница, женщина Оксана Лубич и ее изысканные работы. Вот перед вами и за нами. Мастер психологического портрета, несмотря на еще очень молодой возраст, Екатерина Телегина. Художники из Одессы, которые выставлялись в Киеве, в других галереях, и которые хорошо знакомы ценителям искусства, но у нас они выставляются впервые, за что мы им очень благодарны. Жена и муж Яна и Святослав Барабаш. Работы с той стороны, тот торец. Очень интересные работы. Очень душевные работы Владлены Горбуновой. Добрые, нежные, как сама автор. Они бы здесь сразу. Екатерина Бессмертная, ее магические работы, которые вы можете увидеть вот на этой, в этой части экспозиции. Эмоциональная живопись и очень тонкая графика Лесси Филюк. Пожалуйста, Лесси. Также в нашей выставке принимают участие три скульптора, которым подвластны абсолютно все материалы. Все, ну то есть нету такого камня, металла, который бы они не покорили. Я вам представляю Владимира Микитенко. Владимир Смирнов. Где наш Володя? Володя, да, пожалуйста. Марина Куц не смогла сегодня просто прийти, но ее работы тоже сегодня в экспозиции. Я от всей души хочу поздравить наших участников с открытием выставки, пожелать им прежде всего здоровья, и чтобы их работы выставлялись в самых лучших галереях Украины, Киева и не только нашей страны, чтобы выставка эта, ну, имела большой успех со своей стороны, как директор галереи, мы будем стараться прилагать к этому все усилия. Ну, а всем посетителям вот такого праздника, такой позитива и тот праздник, который подарили нам сегодня авторы. Наша выставка открыта. Пожалуйста, общайтесь, угощайтесь, хвалите наших художников, потому что им это очень и очень нужно. Спасибо вам большое. Я бажаю.
Я это вам устрою.